Ну что ж, вы начинаете видеть, насколько тяжело это — прийти к действительно точному определению концепции откровения. И поэтому мне хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу этих определений и в целом о задаче определения понятия откровения. И мне представляется, что что бы вы ни сказали о понятии откровения, сказав это, вам нужно еще и еще раз проверить ваше определение. Просто с такими понятиями нам приходится с вами сейчас работать. И мне кажется, будет полезным, во всяком случае, я нашел для себя это полезным, нарисовать такую вот таблицу и разделить ее на два основных столбца. И написать здесь BCC и ACC. И что я имею в виду? Это до завершения канона и после завершения канона. И я хотел бы сравнить откровение до завершения канона и откровение после завершения канона. И сравнить я хотел бы по трем разным критериям. Во-первых, я хотел бы, чтобы мы поговорили о формах, в которых приходит откровение, до того, как канон Писания был сформулирован, и затем после того, как канон был принят. И во-вторых, мы поговорим с вами о содержании откровения. Что же Бог открыл, говоря о формах, вот в этой таблице, мы будем говорить о том, каким образом Бог нам это открыл. Но во второй строчке этой таблицы речь пойдет о содержании откровения. Для кого предназначено это откровение? Следует его включать как часть Писания или нет? И третье, и я считаю, об этом тоже стоит поговорить. И в этой таблице мы запишем время или периодичность исходящего от Бога откровения. Ну что ж, давайте попробуем заполнить нашу таблицу. До того, как библейские книги были написаны, до того, как был сформирован канон Писания, каким же образом Бог открывал Себя? Что ж, мы знаем, к примеру, о том, что Бог вдохновлял различных авторов на написание книг Ветхого Завета. Мы также знаем о том, что Бог совершал различные чудеса, о которых записано в Ветхом Завете. И эти чудеса говорили о личности того, кто их совершал, того, кто за ними стоял. Мы также знаем о том, что были люди, к которым Бог обращался в видении или во сне. То есть были самые разные формы того, как Бог являл Себя до того, как канон был сформирован. И здесь мы напишем одно слово — «различные». Но что же можно сказать о формах после завершения формирования канона Писания? После того момента, как была дописана последняя книга Нового Завета, молчал ли Бог с тех пор в этом мире? Нет, конечно, нет. И в современном веке, и в истории Церкви, совершал ли Бог какие-либо чудеса? Конечно, Он совершал. Что ж, давайте посмотрим, а возможно ли, что сегодня, в наше время, Бог откроет что-то кому-то во сне или в видении? Конечно, можем скептически воспринимать, когда кто-то говорит нам об этом,
Но мы не можем сказать, что нет, Бог совсем этого не делает. И представляется, что даже после того, как канон Нового Завета был сформирован и принят, Бог все еще продолжал являть Себя, открывать Себя людям в различных формах. Но здесь нам придется немного расшифровать, что мы имеем в виду. Потому что, так как речь идет о времени после окончания формирования канона, то нам нужно добавить различные формы, кроме Писания. И что я имею здесь в виду? Так как канон Писания завершен, Бог уже не открывает кому-либо какую-либо информацию, которую следует записать и добавить как 67-ю или 68-ю книгу Библии и сделать ее частью библейского канона. Что ж, теперь давайте перейдем к содержанию. И здесь все становится немного сложнее. И вот что нам нужно сказать. До завершения формирования канона открывал ли Бог что-то, что Он не открывал до этого? Другими словами, то, что никто никогда до этого не слышал? Что ж, такое, похоже, происходило в разных случаях. И, несомненно, были такие случаи в эпоху Ветхого Завета и жизнь Иисуса Христа, и зарождение христианской церкви, и Бог являл Себя, Бог открывал информацию каким-то конкретным людям, которую Он откроет другим. И да, мы можем ожидать, и нам следует подумать об этом, так как была информация, новая информация, которую открывал Бог до того, как был завершен канон Писания. И когда мы задумаемся о том, что же Бог являл, то какому числу людей все это было предназначено? Относилось ли это только к одному человеку, или к двум, может быть, их семье, или то, что было явлено и открыто Богом, было предназначено для большого числа людей, чтобы многие это знали и были ответственны? Что ж, мне кажется совершенно ясно, что верно последнее. Но это не означает, что так как Бог открыл что-то в какой-то определенный момент истории, то это должно быть применимо ко всем, кто когда-либо жил. Вот, к примеру, если вы посмотрите на закон Моисея, и я думаю, пару дней назад мы об этом говорили, вы увидите постановление, в котором говорится, что на крыше дома надо построить ограждение по всему периметру крыши. Вот это откровение, это постановление было очень понятно в то время, в той культуре, в то время, когда оно было дано. И мы можем сказать, что оно должно было быть применимо всеми, кто жил в то время, в той культуре того времени. Но это не означает, что это постановление связывает вас и меня, что мы сегодня должны покупать или строить дома с плоской крышей и затем обязательно построить ограждение по периметру этой крыши. Так что возможно, что Бог откроет новую информацию какому-то конкретному поколению людей, и это свяжет всех этих людей. Но оно уже не будет применимо в другой эпохе, в другой культуре, в другом месте. Итак, самое лучшее, что мы можем написать здесь, ту информацию, которую открывает Бог, Он относит ко всем живущим в ту эпоху, в которой было
дано это откровение. И, конечно, вы сможете найти исключения. Вот, к примеру, если мы говорим о законе Моисея, то мы говорим, что мы не связываем этим законом, скажем, соседей израильского народа. Но мы говорим в общем. И здесь опять вы видите, насколько трудно дать определение понятию откровения. Необходимо проверять все, что говорится. Но я надеюсь, то упражнение, которое мы сейчас делаем, окажется полезным. Есть еще один момент, который следует упомянуть, говоря о содержании того, что было открыто до завершения формирования канона. И дело в том, что многому предстоит быть открыто в будущем. Позвольте мне стереть эту линию, так как не хватает места. Многое предстоит быть открыто в Писании. Под этим я имею в виду то, что есть очень многое, что Бог открывал разным людям в разные времена, и Бог усмотрел, чтобы это было записано, те случаи, когда Бог открывал себя тем или иным образом. И я сейчас говорю не только о 66 авторах, ну, вернее, их было не 66. Я сейчас говорю не только о тех людях, которые писали 66 книг Библии. Я хочу сказать о том, что Бог открывал себя и другим людям, но затем Бог положил на сердце и на ум авторам Писания записать те факты, которые явил им Бог. Например, видение царя Навуходоносора, Даниил, 2 глава. Или, скажем, записать тот факт, что ангел явился Деве Марии. А затем ангел явился Иосифу, когда Иосиф обнаружил, что его невеста беременна, они уже были обручены. Это откровение было явлено через ангела Иосифу, но Иосиф ничего не записывал. Он не написал никакую книгу Библии, но Бог положил на сердце другого человека, автора Евангелий, записать, что Бог явил себя таким вот конкретным образом Иосифу, Марии в разные моменты времени. И авторы Евангелий не только говорят нам о том, что это произошло, но они также и передают слова, сказанные ангелом Иосифу или сказанные Марии. Итак, многое из того, что Бог открывал, было предназначено, чтобы стать частью Писания. И я думаю, не следует обвести слово «многое» и сопроводить это еще одним объяснением. Все это, что написано здесь, может казаться вполне разумным. Но лично я не уверен, и вот почему. Вот по мере того, как вы читаете Библию, разве у вас не создается впечатление, что практически постоянно Бог говорит что-то какому-то человеку? И действительно кажется, действительно можно получить такое впечатление, что большинство людей разных возрастов получают какую-то информацию от Бога. И если сопоставить тех людей, которые описаны в Библии, с теми людьми, которые когда-либо жили, то видна разница, не так ли? Я имею в виду, если мы посмотрим на всех тех людей, которые получили откровение от Бога, как это записано в Писании, остается впечатление, что Бог открывал что-то практически каждому человеку во сне, в видениях. Но мы многого не знаем.
Быть может, Он открывал что-то разным людям, о которых мы даже ничего не знаем. И о том, что им было открыто, мы тоже ничего не знаем. И так как в этом случае мы не можем утверждать, что эта информация предназначалась для Писания, я все еще оставлю слово «многое» здесь. Но вы должны понимать, мы должны к этому добавить пояснение, которое говорит, мы не считаем, что многие люди в истории получали откровение, которое Бог предназначал, чтобы оно было записано в Писании, а оно при этом не было записано. Вместо этого мы говорим, что действительно были люди, которым Бог открывал некую информацию, и Бог позаботился о том, чтобы вся эта информация была записана кем-то другим в Писании. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, что можно сказать о том времени, когда канон уже был сформирован? И здесь, опять же, все, что мы скажем, необходимо будет пояснить. Но давайте начнем. Новая истина была ли открыта после завершения формирования канона Писания? И так и хочется сказать «нет», потому что мы думаем о Писании. Так? А если канон завершен, то уже не появится никакая новая книга Писания. Поэтому мы запишем здесь пока «никакой новой истины». Но при этом мы должны понимать, что это не означает никакого откровения никому, никогда. Но позвольте мне еще пояснить. Возможно, было много людей, кому Бог впервые являл Себя после завершения канона. Может быть, это было даже и с вами. Но здесь мы говорим вот о чем. Уже не может быть такого, что Бог откроет некую доктринальную истину кому бы то ни было после завершения канона. Но Бог может явить Себя, заявить о Своем существовании кому-то, кто живет в 21 веке. И это новая информация для этого человека, потому что до этого у него не было никакого представления о Боге. Но то, что Бог открывает после завершения формирования канона, либо то, о чем уже записано в Писании, или хотя бы согласуется с тем, что записано в Писании, и, конечно, не включает в себя новую доктрину, так как в этом случае нам нужно будет написать новую 67-ю книгу Библии уже с этой новой доктриной. Что ж, когда Бог что-то открывает кому-то после завершения формирования канона, то распространяется ли это на каждого человека, живущего на земле? Конечно, зависит от откровения. Если речь идет о каком-то племени, скажем, в Африке, живущих где-то в джунглях, которые никогда, никогда не слышала Евангелия, не было там миссионеров. И вот кто-то приходит и рассказывает Евангелие. Или, возможно, Бог посылает кому-то сон, в котором является Христос. Возможно, нескольким представителям этого племени снится один и тот же сон, в котором является Христос. Что ж, тогда мы можем сказать, что эта информация, явленная им, относится ко всему племени.
Но то, что мы подразумеваем, когда говорим, что Бог открыл или явил мне что-то, скажем, что нужно уйти с работы и искать другую, сменить карьеру или сферу деятельности. Что ж, вот эта информация не будет распространяться на всех живущих на этой земле. Она относится к вам. Даже если вы говорите, что Господь указал вам, что есть определенные грехи в вашей жизни, которые разрушают вас, и вам нужно приложить все силы, чтобы исправить положение. Что ж, если есть грехи в вашей жизни, то вам непременно нужно это менять под водительством Святого Духа. Но это не означает, что если есть определенные грехи в вашей жизни, то они есть и в моей жизни, или наоборот. Поэтому мы здесь говорим о том, что есть некая информация, которая открывается Богом, и она актуальна только для одного конкретного человека, может быть, еще для его семьи. Поэтому здесь речь идет в основном о водительстве для какого-то конкретного человека. И, возможно, для членов его семьи. Но водительство и откровение — это одно и то же? Другими словами, если вы пытаетесь ответить на вопрос, стоит ли вам становиться студентом семинарии, или, окончив семинарию, становиться ли вам миссионером или пастором, и вы молитесь об этом, непрестанно молитесь, если вы женаты, то и жена ваша молится, и вы приходите к выводу, что Бог хочет, чтобы вы стали пастором, но, скажем, чтобы вы были пастором в стране, отличной от США. Что ж, это та информация, о которой вы ранее не знали, но это не та концепция об откровении, которую богословы имеют в виду, когда говорят об откровении. Здесь скорее речь идет о водительстве для конкретного человека. И, может быть, здесь можно говорить о таком понятии, как озарение, а не об откровении. Когда человек начинает видеть, как Слово Божье может быть применимо к его жизни, жизни его семьи, в ближайшем будущем. Вот как я это понимаю. Здесь добавим, благодаря действию Господа в моей жизни, и здесь больше подходит термин «озарение», а не «откровение». Что ж, следует ли эту информацию добавлять к Писанию? Ведь канон Писания — уже завершен. Так что здесь все просто. Не предназначено стать частью Писания. Но есть еще одно, что следует добавить. Что бы Бог ни открывал, каким бы ни было это откровение, говорим ли мы о богословском понимании откровения или об озарении, все должно согласовываться с Писанием. Если кто-то подходит к вам и говорит, что прошлой ночью у них было видение или сон, и Бог явил им, что... Ну, тут можете сами дополнить. Например, какой-то человек, скажем, президент Обама, или какой-то религиозный лидер, теперь новый пророк от Бога, и все мы должны следовать его учению, то мы должны все скептически быть настроены, на самом ли деле Бог открыл это человеку, тому, у кого был сон или видение. Конечно, у человека может быть сон, может быть видение, но утверждать, что это от Бога,
очень трудно, потому что содержание того, что было им открыто, что было им явлено, не согласуется с тем, что мы находим в Писании. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.